Ну-ка, татарин, давай-ка, панорамируйся. Иди с негром сфоткайся, он негр. Не, ну слушай, у нас храмы лучше в Москве. Что он какой-то... А, Покахонтас. Покахонтас. Да, это да, был да, этот, да, да. Как его, я не помню. Зигзаг. Зигзаг, да. Чипы. Мы вляпались. У нас проблемы. Вляпался. Такому такому. Он реально такой прототип дебила. Прототип дебила. Да. Если бы он еще орал Break it down, motherfucker, то бы мы поняли, с кого он сядет. Break it down, motherfucker. Мы в дерьме. Я обоссался. Ну теперь ты это уж точно про кого-то говоришь. Ну так. Ну так. Смогёшь? Или только ДДТ? Направляемся к Казанскому собору. Здоровый. Асса. Он мне улыбнулся. А это офис компании Зингер, переделанный под кафе. И кафе, и офис. Да-да. Ваня. Так, где мы находимся? Ну, как, мы только что вышли из нашего звездолета. Вот. Вавилон 5. Вавилон 5, да. И направляемся в сторону... О! Она будет петь эту песню? Блин, блин, я думал, что это из этого, из «Разных войн». Нет. Ну, что я могу сказать, вокал у нее есть, а харизмы нет. Рожи она делает просто пизда. Нормальные хоромы у архитекторов. И это что? Вот это все он сделал? Это что? В этом доме. Это он сам себе так вынес.
народных ты все. От бабаха. Ну, он сам строил один. Заебался, наверное. Да, с гастарбайтерами он все строил. Смотри, а там кто-то в переулке сидит на корточках. Оп, поднялся, да. Неплохие хоромы. Нормальные, с антеннами. Там, наверное, потолки просто, не знаю, по 1.3 метра. Один большой топор. Вот она. Лепота. Вон там мост какой-то. Друзья мои, смотря на это, захотелось закупнуться. Закупнись. Я не вылезу. Там мелко, на самом деле, вот, если не видно, вот камни уже, вот. То есть там тупо, ну. Это тебе не Москва, где ты прыгаешь, и сразу тебя все поглощает вода, разлетает. Здесь прям хочется, наверное, почувствовать, что знаю, Петербург. Обычно идешь по Москве и около тротуара, у них тут поребрик, да, называется? В Питере это поребрик. Много банок, окурков от машин. Ну, короче, дофига. Ничего нет. Чистая дорога. 6 вечера, а машин вообще почти нет. Крейсер первого ранга «Аврора». Сделай несколько кадров. Что ты знаешь про крейсер «Аврора»? Точно не помню, но, по-моему, в октябре 1917 или 1914 из него стреляли моряки во время революции по Зимнему дворцу. Это где мы были на Большой площади, да? А Зимний дворец? Эрмитаж, да, это Зимний дворец. Да, вот тут по нему. Это вот туда, где-то туда, вот отсюда, вот до туда. Вот из этой вот пушки по нему и шмаляли. Шмаляли. Ни хрена себе, он там прилично так фигарил. Какая была тогда точность? А где у него система наведения? Я не знаю, где у него система наведения. Давай, давай, быстро. Чё там, покер фейс? Да ладно, купи себе. Я не хочу. Я знаю, кто мечтает о такой футболке. А там он есть люди. Покер фейс. Ну что она там опять? О, да, еще время. Вове такой надо на своем мопеде ездить просто. Да. По сатанюне. Направляемся как в Петропавловскую крепость, да? 1740 год. Нифига. Так вот ты знаешь. Да, он написал. Слушай, закупнуть можно. Пляж. Секси. Я бы не хотел закупаться. I'm a note. Блин. Ну, блин. Я бы закупнул. Очень жарко. Ребята и девчонки, приезжайте в Питер, здесь жара. Ты купаться хочешь? Да, я хочу купаться. Поедем в субботу. До субботы еще перейти. Ну, смочит носки. А, кто-то уже нырял. Тут носок проебал. Ну это что твое? Это... Ну, он прочитает. Он так мелко. Так, ему можно служить мне? Я сяду к нему на коленке. Быстрее. Да ты встань просто, еще не надо лезть. Я хочу. Никит, не надо лезть. Давай я тебя сфоткаю. Все, я фотографирую, Никита.
сколько? Стремно. Ой, бывает. Сейчас? Сейчас дальним, давай. Бегемот на Петре. Подожди. Он был номер. Готово? Ну почему? У Екатерины же была такая же. Не хочу, в солнце. Он все бомбы не может. Девочка, тут и фотка. А это что, типа его дачка? Ну ладно, что, Катюш, не полезешь? Какой он ужасный, да, вообще? Прижизненная маска написана. Неужели он был таким? Что там написано? Прижизненная маска, типа, сделана таким-то, таким архитектором. Ручки, давай. Какой-то непропорциональный. Как у него может так череп уменьшаться? Непропорциональный он какой-то. Так блин, когда он на коне сидит, он был пропорциональным. Ну вот так изобразили, значит. Типа приукрашали? Ты попробуй императора не так изобрази, тебе казнят сразу. Я ела, что могла.